Ядреный мороз не остановил череповчан. В воскресенье на спортивных площадках стадиона «Металлург» собрались сотни почитателей здорового образа жизни. В нашем городе заложены хорошие спортивные традиции. И не только спорта профессионального, но и детского, юношеского, массового спорта. Мы в программе развития города на ближайшие годы определяем необходимость развития спортивной базы, закрепление тренерского преподавательского состава. Ориентируемся на то, что в ближайшие годы 30% населения будет регулярно заниматься физкультурой и спортом. Красочная церемония старта, поздравления череповецких волейболисток, серебряных призеров первенства России по волейболу среди девушек 16 лет. Нужно быстро забывать о поражениях и недолго думать о победах. Все ваши победы еще впереди. Дорогие череповчане, всех с праздником, желаю вам здоровья, бодрости, хорошего настроения и спортивного долголетия. Вам, дорогие девушки, цветы от руководителей города и области. Праздник здоровья и спорта проходил в Череповце, как и на всей Вологодчине, 18-й год подряд. 3 марта на спортивных площадках стадиона «Металлург» череповчан ждала обширная спортивно-развлекательная программа для школьников и взрослых, молодежи и пенсионеров, семей с детьми. День замечательный, день здоровья, светит солнышко. Я считаю, что такие мероприятия для города необходимы, важны, потому что это возможность вместе с детьми на свежем воздухе заняться спортом и просто провести это время вместе. Да, дети? Да, помахали! В рамках Дня физкультуры и спорта тут же на стадионе «Металлург» прошли и первые этапы спартакиады муниципальных служащих. 8 команд представили практически все подразделения Череповецкой мэрии. В общих стартах дистанцию 70 метров на коньках бежали мэр Череповца и чиновники, начальники управления и депутаты. Настроение великолепное. Зима, на первый взгляд, в самом разгаре, но она подходит к концу. Надо ловить последние деньки. Скоро лед, чистый снег, скоро это все уйдет. Поэтому надо наслаждаться тем, что пока есть. Первое место в общекомандном зачете первого этапа спартакиады муниципальных служащих заняла команда мэра. Вторыми стали представители Череповецкой городской думы «Думком». Третье место досталось команде спорткомитета «Без галстуков». Владимир Швецов, Алексей Игнатьев, Олег Тюкаркин, информагентство «Череповец».